Меня зовут Атабеков Джурабек Асанович, возраст у меня 62 года. В 2019 году я получил обширный инфаркт с очень низким давлением, попал в реанимацию. Я там пробыл 9 дней, Новый год я там встретил. 5 января я вышел из реанимации, потом меня отвезли в грудную хирургию к уважаемому нашему гостю Минамин. Вот. Там встретились, сказали, что будет делать операцию, открытую операцию. Мне сказали, что уже лет 15 с Москвы с ног не берут вену. Бог нам дал внутри вену дополнительную. Мы, говорит, оттуда будем брать. Я согласился. Он мне так объяснил, это будет белая вена, а на ногах это будет черная вена. В ногах 15 гарантий, а что внутри будем, возле сердца будем брать, будет 40 лет. Я, конечно, согласился. Говорю, как раз 100 лет будет мне. Я согласился. Мне потом 28 февраля сделал операцию. 1 марта у меня был второй день рождения. Я сам, это после реанимации, сам встал, сам вышел, прогулялся. Я в зеркало посмотрел. У меня цвет кожи, как у младенца было, в лице. Такой красненький, бодренький был. А раньше у меня такой темный был, потому что сердце плохо работало, поэтому я обрадовался. До сих пор себя чувствую хорошо. Сейчас занимаюсь бегом. Ну, не бегом, а спортивной ходьбой. Езжу на велосипеде. Ну, курить так курю, но уже меньше стало. Как я сам по своему опыту говорю, у нас очень-очень хорошие врачи, очень много. Я рад, что они такие, в таком состоянии сегодня работают, в такие поликлиники, в такие большие больницы построены.